Вот такой бамбук. Ой, высотой, наверное, 5 метров, если не больше. Ой. Я с этим янком воюю. Ой, смотрите, какая красота. Такие пушистики милые. Ветер сегодня не дает прям снимать. А эти практически все лето цветут. Ой, как красиво. Тут такой охранник. Ой, какие красивые. Люди строят бункер. Не знаю. Может, это, конечно, подвал и фундамент. Но выглядит как-то немножко устрашающе. Улитки. Кто не видел, какие орехи. Ой. Вчера просто это самое вышла на улицу, смотрю, у меня орехи валяются на земле. Ну, давай собирать. Кукушка кукушон купила капюшон, надел кукушон и капюшон, как в капюшоне он с мышком. Ну, Таня. Ну, это который внизу я могу снять. А наверх же. Высоко же вон как. Дерево высокое. Поэтому ждем, когда упадут. Вчера был такой сильный ветер. Их пошибало. Холодно, как конец октября. 10 градусов тепла. Нет в этом году бархатного сезона. Хурма уже, видите, какая. Желтенькая стала. Вот стыдно признаться, но я никогда и даже не представляла, как хурма растет. А это дерево первый раз плоды дало. И вот оно все росло. Тут я смотрела и думала, что за дерево. А это оказывается вот что. Ладно, попробуем свою хурму. Хурму можно жевать, можно есть. Кстати, запах великолепный. От хурмы? Конец сентября, еще помидоры краснеют. Долго висели зеленые. Потом вот как дожди прошли, стали краснеть. А это, мои дорогие, картинная галерея имени меня. А что они лежат и лежат? Так что теперь у меня вот такая веселая стена. Вот это вот морской берег с янтарем. А чьих кистей эти работы? Чего-чего? Я, пардон, говорю, чьих кистей произведение? Минуточку. Слушай, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Только быстро, быстро. Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей. Теперь у меня есть своя собственная картинная галерея.